кошмар. Кто это будет убирать, Тусина? Старается так. Кому ты это все нагрошила? Ужас. Клеенку стянула. Сейчас все на пол упадет. О, слышишь? Мед кинарет там в комнате. Тусина, иди туда. Боже, как мы стараемся. Кто там орёт? Иди сюда. Коты плачут. Где-то. Пропаговорю, ты смотри, что тут вытворяешь. Он уже лунтик гоняет этот кукурузу. Ой, так старался. Ай, ты. Боже. Саш, тут немножко уборка будет. Небольшая. Небольшая уборка будет с этой замерзшей. Давай, чисти, чисти. Поднажал, Кристина. На полу уже все валяется. Микки сидит, смотрит, подозревает. Да, Микки? Он как видишь, как аккуратненько. Аккуратненько, да, но на полу уже куча валяется. Замерла. Что, Чарли, пришел, а Кристина замерла? Продолжай, продолжай. Очень старается. Она считает. А, она считает. Чарли, а ты чего не хочешь? А? Что? Посмотри, что там Кристина говорит. А что там кричал вообще в комнате? Улетел в комнату. Попробуй только мне опять кричать там. А то же люди думают, что там кого-то режут, там, я не знаю. Никого же не режут. Вот так, вот так. Мюнхен! Сейчас покричу! Мюнхен, а где-то там летает в коридоре. Все, все, все почистила, молодец. Просто звезда. Просто звезда. Просто старалась, как могла. Кто это будет убирать теперь, Кристина? Рассказывай. Я тебя сейчас поразбрасываю. Ты что вытворяешь? Саша, она теперь на пол бросает все. Что на пол? Поиграется, я сейчас поиграю. Сильно удивилась. Ну, сейчас вот теперь это будет все зло. Короче, ладно. Пусть играются. Да пойдем, пойдем потом это убирать, да? Ну, и хочет и Кристина играться. А что здесь такого? Скажи, если я хочу играться, я же не могу себе это не позволить, да? Корм кошачий не разбрасывай. Кукурузы нагребла. Полный клюв. Вкусно? Наверное, котов попрогоняла. Да, всех? Я сейчас кому-то. А ну быстро слезь с люстры. Что это такое? Чарли, как ты себя ведешь? Быстренько. Слез. Фух.
В общем, сегодня у нас теперь надо делать, можно сказать, теоретически генеральную уборку. Люция, хватит кушать. У Люции на одной попе с одной стороны выросла шерсть. Ха-ха-ха. Как смешно. Покажите вам. Давай посмотрим. Вот с этой стороны выросла кусок шерсти. Так что скоро глядишь. 30 годам и обрастет. Да. Ты уже не кричишь, слава богу, по. Орал как резаный.